Мы сейчас на ранчо в аргентинских пампасах. И перед вашими глазами, наверное, такой самый большой мангал в мире, который я видел. Потому что одновременно здесь готовится около 50 килограмм мяса. И готовится очень интересно. Огонь горит посредине и на таких вот полочках. И жар осыпается вниз. И потом под эти две больших стойки мангала просто наш хозяин берет, набирает здесь жар и в нужное место, там где не хватает, да, и в нужное место, там где заканчивается жар, он его просто рассыпает. Вот такой огромный аргентинский мангал. Привет из Аргентины! Потом, если надо, добавка. Руслан, я пойду подпишу. Míreme. Mírame. Вот и наборы старинных весов для того, чтобы продавать такое мясо. Вот наш мангальщик опять же разносит жар под свои огромные мангалы. Ahí estamos, al lado del fuego.